Участок улицы Ильинской от пересечения с улицей Добролюбова до клинической больницы номер 1 был капитально отремонтирован. Несмотря на близость к Кремлю, одна из центральных улиц была в неприглядном состоянии. На ней не было света, пешеходы ходили по разбитым тротуарам. Проезжая часть была в ямах и старых заплатках. Улицу реконструировали согласно исторической концепции, как продолжение пешеходного маршрута. Улица Кожевина, Ивановский съезд, улица Ильинская. Компания этого года заполнилась тем, что цель была подготовить весь город к празднованию Дня города, к августу месяце. Поэтому все старались оперативно, не нарушая качество работ, соответственно, успеть в сроки. Благодаря программе БКД в этом году был отремонтирован самый протяженный участок дороги – 3,5 километра на проспекте Гагарина. На площади Сенной полностью изменили схему движения, оборудовав островки безопасности, добавив зебры и светофоры. Впервые в Березовой пойме и Новом Доскине применили структурную разметку, которая при сцеплении с шинами издает гул, а также отремонтировали улицы исторического центра. Надо сказать, что отличительной чертой является новое качество отремонтированных дорог. То есть мы пошли не только по ремонту асфальтового покрытия проезжей части, ремонту асфальтового покрытия, например, пешеходных частей, пешеходных тротуаров. Использованы достаточно высококачественные материалы. Это плитка и бетонная, и гранитная плитка. Во время ремонта проводился ремонт также ливневых лотков и ливневой канализации. Изменения на дорогах заметны жителям города, особенно пассажирам общественного транспорта. Безусловно, ремонт дорог очень важен, но тенденции в целом положительные. Хотелось бы, чтобы дальше так было. Мне кажется, в том числе привлекательность города увеличивает в том плане, что чем меньше мы стоим, чем больше мы едем, тем больше у нас вариантов для маршрутов, да, для построения маршрута, тем, в принципе, это удобнее для нас, для жителей и также для наших гостей. В следующем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют такие крупные транспортные магистрали, как Южное шоссе, проспект Ильича, улицы Ларина, Ванеева, Нижневолжскую набережную. Служба информации Александра Шеломцева, Юлия Чернова.